тебе. Покойся. Что? А, сюда! Ой-ой. Три минуты, чтобы скинуть Хорош. Где за что? Ой. Я сейчас кажется ли у нашего крутилка у кого-то. Стоя на связи в ломбарде. Всем привет! Сегодня будет видос просто. Я не думал, что это возможно, но обмануть администрацию, якобы у тебя читы, это реально возможно. Есть кое-какие консольные команды, с помощью которых ты будешь крутиться как ЮА. Так вот, я их сегодня буду использовать, для того, чтобы администрация понимала, что как будто у меня читики. Но скажу вам так, что это сработало. Напиши в комментариях, сколько, вот прямо сейчас остановись и напиши, сколько банов за весь видос вы увидите. Вы увидите достаточно. Ну и вызывание на проверок тоже. Спасибо тебе огромное, что включил это видео. Поставь, пожалуйста, лайк. Я буду у тебя очень сильно благодарен. И подпишись на этот канал. Вот эта кнопка подписаться должна стать бэм, серым. Этот Новый год должен начаться именно с этого. С банов моего аккаунта. Почему бы и нет? Приятного тебе просмотра. Чай, кофе наливай, кушать засыпай и let's go. Для того, чтобы было все реалистично, мой профиль выглядит вот так. Вова, а нет, 2004 это уже взрослый человек. А вот так лучше. 14, это 9 лет. Мне 9 лет. Аккаунтик у нас с вами новый. Есть один. Убил. Ух ты, вот это с поворотами. Чё, блин, крутилка у Вовы. Это я, Вова. Самое интересное, что мне сложнее играть, чем всем. Ооо, вот это должно сейчас сработать. Игрок отдал свой голос за наказание Вова 2014 чит. Это я. Это я. Читы. Это мы любим. Я должен тебе первым патроном попасть, а потом крутиться. Перевернуло меня! Меня самое обидное, ну или не обидное, меня не баньте. Не банят. Забаньте, чувак, с крутилкой, вы чё? Это клёво! Это клёво! Да что такое не получается? 214. Да, я там просто краситься начал. Ой, это я. А мне одного килла просто не сделал. Админов зовите, алё. Сейчас просто начать играть надо, они уже... Они уже знают, что я читер. Что это на тайминги? Бруси, зачем ты за них перешла? Чё ты по мне стреляешь? Я тебе... Покойся. Что? А, сюда! Ты думал, все просто, что ли? Чего так переколошматило она? А я потому что с крутилочкой. Сюда. А ты что сзади не прикрываешь? Вовка чит. Запомните. Запомните это имя. Вовка чит. Слушай, Закин, посмотри. И кто из них Вова? Я Вова. Вова, который 2014, когда стреляет, 108 сделает. А, это кто? Вова 2014 чит. Короче, все. 8 лет читы используют. Ну, все правильно. Это тот самый контингент читабасиков. Хорошо. Зай, ты посмотри за Вовой, Вовой. Да тихо, Вова не попадает. Вова чит, он как-то это... Да тише ты будь. Не попадаю. Если стирать будешь на весь сервер, то естественно он читерить не будет. Ты же согласен. Видишь, что там наблюдать, Лёх. Но я буду читерить. Вова, я не хочу тебя огорчать, но у тебя прицел дергается как... Да. Вообще у него прицел пипец как дергается. Вот именно, я про чё? Просто берет 360 и стреляет. А как он вообще попадает? Я сам не понимаю. А можно полетать? Конечно, можно. О, котяра, здорово. Я просто кручусь вот так. Ой-ой. Три минуты, чтобы скинуть дискорд, ливаешься, банк, Каспаровик, банк. Хорош. Да за что? Чё я сделал, я не понимаю. У тебя прицел, когда целяешь на 360 градусов.
Ну, я типа LGS слушаю, я тебе на 360. Случайно мутому давай и бань его. Давай, кидай дискорд через контакт. Через контакт? В смысле ВКонтакте? А, звонит администр Улькинс. Что у тебя по голосу? У тебя программка включена или что? А, вас это как-то сильно волнует? Ты-то бань, мне что, это нулевой аккаунт, я его просто создал. Я просто объяснил, чтобы администрация не велась на эту хрень и не тратила время. Честно, мне без разницы, трачу я время или не трачу. Я целый день за компом и за это время никуда не выхожу. Что делать надо? Короче. Разархивировать. Хорошо, а если у меня упору? Ого, вот это да, это технология. Спалился, бонихоп еще давай, у меня есть. Жесть, у меня бонихоп есть. Живой огурец лечит геморрой. Вам включить? Пожалуйста, не надо. Ладно. Я кушаю. Дай прожую, пожалуйста. А, ну я подожду, конечно. У тебя возможно сенса просто была огромная. Мне почти столько же лет, как-то. Понял. Он тут точно не чит, многие делают, в него да и закидывают, бывает так, слоудер, всякую хрень. Не, чисто для того, чтобы видос. Все, спасибо вам за проверочку. Давай. Удачи тебе. Давайте, пока. А начиналось так красиво. Ну, что я могу сказать, они не нашли читы. Да, не класс, получилось. Он себя вообще дергает. Он в меня стреляет, потом в пол, потом вообще назад. Ник. Кто чит пишет? Это я! Я его вращал. Типа я в него стреляю, он по мне и его вертит. Я просто кручусь, мне нравится. У меня болезнь круговорот называется. Меня крутит во все, что можно. Ой-ой. Ой-во. 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 Работаем. Не работаем. А чего вы его на проверку-то не хотите вызвать? Они проверяют меня. Флэп. Ой. Да почему я поворачиваюсь? Вовка 2014 должен жить. Не нужно его банить, пожалуйста. Пойду похаваю там. Все дела по делу. Жду. Это админ сказал, когда крутилка у него на сервере. А. Вот так вот, значит. Что я могу сказать? Классно! Маленький, маленький, такие вечеринки. Ой! Я сейчас появился ли у нашего крутилка у кого-то? Даже не удивлено. Ну-ка, ломбарде, покажи свое мастерство. Кручу, верчу. Слабая крутилка, чел. Согласен! Го норм. Ломбарде, у тебя сенса слетает? Нет. Хорошо. Ладно, допустим. Чувак, жусе потя. Тихо! Собака скулит. Я просто еще не настроил. Сейчас настрою, извините. Что у нас еще? Что у нас все? Ламборди, что делать? Ломбарди что делает? Я уже... Он с ВХ что пишет? Я с ВХ! Сюда. А мы проиграли. Нам симбо пришел. Кто с ломбарди? У меня вопрос. Че меня? У вас команду наблюдателей. Ломбарди, ДС на проверку. Два раунда. Ха-ха, ща будет весело. Можете изменить голос программы, пожалуйста? Ладно, не буду. А если хочу? А что вы увидели-то во мне, я не понимаю. Перекинь, тебе жалко, что ты играешь с ВХ. Я боюсь, вы меня взломаете, и потом будете рассылать голые фотки кому-нибудь. Да не очень. О, а что защита тут у вас ругается? А почему ругается Windows? Безопасность Windows? Ну, ты можешь отказаться, я тебе просто забаню и все. Все? Спасибо. Я это сделал только для того, чтобы не скачивать их вот эти вот программки. Потому что я знаю, что за ними стоит. Чел написал в ломбарде чит. Давай, работаем. Чел, ты должен спамить. Ты должен спамить. Сказать всем о том, что у меня читы. А! Забанен админом кибербот, причина. А имбот 30 дней. Чего?
А-а-а, это сработало! Я вам в Телеграм сейчас отправлю это дело. Подписывайтесь на Телегу. Здесь у вас сейчас появится QR-кодик. Для того, чтобы знать, когда выходят новые видосы и какими они будут. Ну и также мы там общаемся. Залетай. Это чё? Это чё? Это софт, братан. Софт, прямые руки и немножко блювотного кручения. Тихо, пацан там. Опа! У тебя есть 5 минут, чтобы скинуть мне дискорд, переход за другую команду, бан, выход с сервера, бан, по истечению 5 минут также бан. Нашел, на ФК стоял, чит настраивал. Что это? Объясните. Чё? На ФК стоял, чит настраивал, походу, еще. Он крутился жестко. Хорошо. А, это еще и дама какая-то! А что, поиграть можно, нет вообще? Нет. А почему? Наказан. А вам не кажется то, что у него голос какой-то другой? Мне точно кажется. Рога? Как не настоящий. Использование сторонних программ для изменения голоса крается баном, ой, баном, мутом, на пожизненно. Ладно. Ух ты. Вот я тебе скинула ссылку, заходи на нее. На уровне вот скама, легкого. Вот за секунду можно заскамить. Все из-за этой, из защиты брал, ну, вирус. Файл содержит вирус? Эл, вы шо? Что за хэ? А так вы что меня тут хотите обмануть? Главный администратор. Мне понравилось, честно. Вот этот экспириенс прям, ну, я посмеялся. И я надеюсь, вы тоже посмеялись. Спасибо тебе за просмотр. Ну и, как говорится, дальше. Больше.